принесла байдак, сейчас перед вами выступят учащиеся школы Калины Вишневской. Встречайте! Вы уже выходите, встречайте! Понятно, ребята? Кто выносил микрофоны? Носите на поклон все, вот где-нибудь по какой... Выше на поклон все! Вот по этой линии на поклон, вы справитесь? Давайте поклон, Валет! Валет! Значит, все поклонились, можно. Послушайте, микрофон, вы на это место сразу выше и клонитесь тоже. После них, поняли? Так, это финал, построились быстренько. Да, поклон! Собрали микрофончики и унесли на те же позиции, сняли радиомикрофоны, ребята, я вам говорю, и принесли к режиссерскому пульту в дублизме. Стойки нет, не переносим. Только микрофоны. Молодцы, ребята. Thank you.
Художественный руководитель, заслуженный учитель России и лауреат президента Елена Процарская.
Так, что за базар? Выходить нужно четко. Так, блок, смена блока, классика и современность, пожалуйста. Так будет, да, свет в зале, все, спасибо. Рассаживаются, идет команда к началу, и мы хотели бы, чтобы пошел свет. У вас позывные какие-то у зала, да, или нет, здесь, Сережа, у них нет? Идут позывные, вы снимаете свет, зал. Ну, там у вас есть помощник, он с вами будет работать. Если что, я включусь. Поехали. Значит, фонограмма. Ты убил поначалу.
сейчас как бы уход. Уход со сцены за кулисы, а потом берётесь, будем делать первый. Пока делаем уход. Раз. Один поклон. Thank you.
Анатольевич Смирнов, концертмейстер Наталья Лякина, Дмитрий Шестакович, романс из кинофильма «Опыт».